Всем привет! Вы на канале Фемусин Истории. И сегодня мой брат Елисей. И мы сегодня будем делать видео, которое мы будем рисовать разные вещи и животных. Так что обязательно поставьте лайк, потому что мы трудимся, тем более мы одни сейчас снимаем. Мы пытаемся, так что поставьте лайк, подпишитесь и приятного вам просмотра. И вот такие правила. Мы вот тут приготовили карандаши, это наши листочки. Тут наши бумажки задания же. Три животных и две разных вещи. Тут три наших листочка. Вот. Итак, мы берем листочек один. Это на нас двоих. Вот. И закрываем глаза и берем три ручки на выбор. Ну, вот. Вот так. Итак, начнем. Так. Берем листочек. Ты первый? Да. Нет, открытыми глазами. Ладно. А ручки закрытыми. Что у нас там? Зебра. Ладно. Зебра. Закрывай глаза. Ручки. А. У меня фиолетовая, розовая, синяя. У тебя? А у меня такая пурпурная, какая-то зеленоватая, с железным и серым. Ну ладно, начнем. Карандашики у нас есть, поэтому мы начинаем. И большую мы делаем. Это у меня вот так. Листок уберем один. Я уже рисую, давай. Вот так. А, классно. Мне нравится. У меня как-то зебра будет какая-то как. А мы не подглядываем, как у нас получается. Да. Мы потом смотрим. Вот. Это вот так, вот так, вот так. Ага. Теперь у нас вот так. И... вот тут такая, да. Ты подглядывала? Нет. Надо просто стараться. У меня такая зебра будет. Жирная, прожирная. Наверное, много травы съела. А у меня ничего хорошенькое. Волосатая. Она будет. Как шуточки за 300. Так. Итак, ребят, если что, подписывайтесь на моего брата. Он будет делать канал под названием... Шуточки за 300. И вот, подписывайтесь. И на мой канал тоже. Это обязательно. Короче, всем ставьте лайки. Евро. Знаете, я вам посоветую один канал. Тимон. У него есть свой сурикат. Он делал очень много интересных видео, так что подписывайтесь на него тоже. У меня что-то ручка не пишет. Ну, возьми другую. Ладно, возьму другую. Что поделаешь? Так, это кладу. Зеленая зебра. Зеленая зебра. Зеленая зебра. Ля-ля-ля-ля. Вот такие у нас зебры получаются. Угу. Ну, дорисовать мы, наверное, уже попытаемся уже скоро. Погоди. Я только копыта раскрашиваю. А я уже скоро, может быть, закончу. Кто знает. А мы сильно так... Не торопимся. Да. Все. У меня такая с грибой будет. Ну-ну-ну-а. О, я же про грибы забыла-то. Серый. Лесу. Сейчас это будет очень красиво. Это будет вот так. Листки золотые. Ротик золотой, носик тоже золотой, и ушки золотые. Сейчас еще вот так сделаю, и вот так. Надо побольше, чтобы было понятно. И вот так, и еще тут вот так, вот так. И все. Я почти, так что, пожалуйста, подожди. Ой, хорошо, красиво. Чмок. Как
сама требует жестов. Конечно. У меня почти уже получилось. Так. Подождем. Вот посмотрите пока, какой у меня тут цветочки вести века. Вот. А это все мои карандаши фломастеры. Ну как там у тебя? Почти все? Все. Давай, показать. Осталось только... Чик. Все. Показывай. Вот, у меня получилась такая разноцветная евро. Она любит жрать. Есть травочку. Очень вкусно. А почему у нее хвост такой остроконный? Она что, от единорога проявилась? Да. У меня мама была единорог. А у меня вот такая технологичная зебра. Вот такая красивенькая. С зелеными копытами, с железным хвостиком и золотой гривой, ротиком и глазками. Вот такие у нас зебры. Давайте. Давай сзади еще нарисуем, потому что у нас очень много. Так, зебру мы откладываем. Откладываем. Давай, ты берешь. Что у нас здесь? Выхухоль. А кто это? А что это выхухоль? Сейчас помню. А, все, вспомнила. Ну, это типа хомячка, так у него вот такой длинный рот. Вот такой. И носик на конце. И такие лапки. Ну, типа... Ну, ладно. Ты понял? Да. Так, вот. Мы убираем, которые уже использовали, да. И мы уберем. А, ух ты, ух ты. А у меня будет выхухоль этот веселый. Смотрите, у меня тут... Фиолетовый, розовый и ярко-желтый. А у тебя? А у меня желтый, красный. Это какое-то совпадение. Совпадение? Смотри. Нет. Ладно, давайте рисовать. Хомячок. Выхухаль, а не хомячок. Ну, выхухаль. Ну, похоже на хомячка. У меня крот какой-то. Чу. Короче, крот сами получается. Ой, не могу. А хвост у нее какой-то? Ну, обычный домой хвост. Какой? Ушки. Ушки. Глазки. Котик. У меня какая-то сапля получается. Сапля. Сапля. Сопление. Ой, так. А какой у нее хвост-то? А, все, думаю... вспомнила. У нее длинный хвост. Да. Что-то мне такое пушается. Наверное. 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 Дружище. Это же наверное. Так. У меня ротик будет желтым. А у тебя? У меня ротик будет красненьким. А нос какой у тебя будет? Красный. Тоже красный. А у меня розовый. Вот так. Лапки тоже розовые. Сильно так не раскрашиваем просто. Так. Штрихуем. Мажем, 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 мажем. Мы сосиски мажем, мажем. Так. Ушки. А тебе зебра какая понравилась больше? Мне кажется, что твоя. А мне твоя понравилась. Она такая радужная. Мне нравится такое. Что? Фиолетовый теперь не пишет. Наверное, это тот фиолетовый, который тот. Нет, я другой. Фиолетовый другой. Ну, какое совпадение? А думаю, знаешь, как легенько. Попробуй легенько. Нет, тоже не пишет. О, все, записался. Ура! Какое счастье! Записался сам. Надо сказать, пожалуйста. Да? Чтобы да. Он заработал.
Выхухоль. Смешная это выхухоль. Кстати, она в воде живет. Такая смешная, на самом деле. Она типа ложки, только у нее этот ген утки. На самом деле они такие. Этот. Ну как сказать? Я уже скоро закончу. Ой, погоди, мне еще этот. У меня еще голова и все. Ладно. А ты три используешь? Да, все три. Хорошо. Ты все? Почти. Они тоже сейчас. Можно еще подукрасить чуть-чуть. Так, сейчас. Как там было? А, вот. Ага. Так, значит. Все. Я сейчас подукрашу. Я пока зебру рассмотрим. Мне кажется, шикарно получилось. Нарисуем еще ему здесь трубочки. Я все. Она еще на земле и в воде, поэтому... Сейчас, я тоже так. Я на травочке нарисую. Все. Я тоже все. Ну пока... что, давай показывать. Давай. Это что у тебя? Где у тебя голова? Вот она. Вот она. Я такое солнце нарисовала. Вот. Это водосорок таким рогом и вот таким хозяином, солнышко. Конечно, он сказал, вот вижу, он уже погорел уже от него. Загорел уже. Он загорает. Так, теперь ты. Так, убираем свои карандашики. Прощайте, малыши, карандаши. Это последнее письмо, которое будет у нас. Последнее? Тогда ладно. Давай. А, ну да, последнее. Я? А, да, я. Часы. Часы? А какие часы? Которые везет или которые на руках? Ты какие будешь? Я буду обычные часы будить. Какие? Ну, другие, давай. Ну, какие, которые висят? Да, нет, стоят. Ну, как это стоит? А, электронные? А я буду ручные. А, ну ладно. Ручные. Так, я беру пиаровый. Так, у меня будет оранжевый, синий, серый. Как раз подойдет. Ура! Опять девчачий цвет и опять желтый. Твой счастливый цвет. Ну, давай. А это вот так, это вот так, это вот так. Подглядывай. Дырочки. Палочка. А, сейчас, чуть покороче. Вот. Все. И ставим цифры. Я буду в конце кое-кого рисовать. Если найдете, то напишите. Если что, я делаю заказы. Ну, просто пока работаю, тренируюсь там на пластике. Делаю из пластика, типа пластилина, только его он запекается. И вот, я делаю на ложке печенье. Монетки, все, что захотите. Ну, я, конечно, не очень, но детские ручки на заказ.
Все, подписывайтесь и продолжаем. Сейчас я продолжаю. Сейчас я кое-кого нарисую. Если найдете. Сейчас. А, вот сейчас я все поняла. У меня почти закончен. Почти, очень почти. Сейчас, тут не подглядываю кого-то. Я-то не подглядываю. Я все. Я почти. Я не подглядываю. Вы сидите. Вы, наверное, увидите. Прим-пам-пам, прим-бум-бум. Терим-бум-бум, терим-бум-бум. Это наш последний раунд. Пока мы ждем, ждем, ждем. Почти еще. Решила. Жду тебя. Все. Ура. Показывай свой рисунок. Почему-то. Пожалуйста. А Цуефа? Да. Цуефа. Цуефа. Ты показываешь. А, да. Два. Вот. Это мои такие ручные часики. Вот. Угу. Видите, кто там сидит? Если видите, подписывайтесь. Я сделал заказ для вас. Напишите в комментарии. Бесплатный. Бесплатный. Ладно, теперь я. У меня такие часики стоящие. Нет, не видно, не видно. Вот такие стоящие часики. Здесь такой часик, здесь такой ротик, вы увидите, подпишитесь и пишите в комментариях. Здесь такое солнышко какое-то мускулистое. Здесь, угадайте, кто внутри? Можно я скажу? Часов. Ну, пусть они напишут в комментариях. Ладно. Вот. Ну все, наш... Всем пока. Подписывайтесь на канал. Наш ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Разное такое. Ну, мы заканчиваем наш челлендж. Если хотите новых видео, пусть мы наберем хоть 150 лайков. И мы наберем далее видео про братья и сестру. Пока. Пока. Это мы не снимали сами, поэтому я сама выключаю. Ну да, просто мы снимаем сами. Простите. Пока. Пока-пока. До следующих встречах.